Так, всем привет. Вот такая штучка мне попала в руки. Довольно даже быстро мы все это доставили в Украину. Сейчас расскажу, что это такое. Так, это все убираем. При вас это все открываю. Еще даже не смотрел содержимое. Надеюсь, не кирпич. Вот. В общем, это девелоперский кит для продуктов Bosch. На борту имеет акселерометр, гироскоп, магнитометр, датчики влажности, температурные датчики, акустический датчик, датчик давления атмосферного воздуха и сенсор освещенности. Вот. Все это при поддержке компании Promwatt. .com в описании оставлю. Вот. И ради цели работать с бошевским оборудованием и оттачивать свои приложения, какие-то гипотезы в целом на оборудовании Bosch, начиная от мелких сенсоров, заканчивая крупными системами. Это официальный XDK от Bosch, который очень неплохо связывается с Bosch IoT Suite платформой. Это клауд-платформа для IoT-инфраструктуры. Так, давайте посмотрим. Меньше слов. Хотелось бы все-таки это все открыть. Так, доставка была с Moser Electronics. Американский сайт. Отправляет DHL по всему миру. Так. Визитка, Cross Domain Development Kit, Virtual XDK, всякие QR-чики для инсталляции. Так, вся макулатура, мы с этим позже. Так, какой-то переходник гребенки, скорее всего, да, для удобства, чтобы не лазить на мелкие пины. Ага, вижу уже, что с завода пин один кривоват. Но ничего страшного, это поправим. Хотя коробка не была вскрыта. Дополнительная коробка еще была. Так. Я так понимаю, что вот здесь должен быть этот кит. Но почему-то он сместился. Но это не столь важно. Так, шлейф. Это все убираем. Так, вот такой он небольшой, я бы сказал, вообще малюсенький. Такое ощущение, что он то ли не закрыт, но нет, это в принципе так и должно быть. Окей, отдельным видео, конечно же, я сниму всю эту настройку, как это будет работать. Вот, и в компании будем тестировать разные гипотезы. Создавать инфраструктуру для IoT-приложений. Вот. Ну и в целом, это вот такой вот девелоперский кит, для того, чтобы можно было легко стартануть, связывая такие небольшие устройства бошевским качеством, надежностью, которой они славятся, с IoT-платформой, которую Bosch с радостью предоставляет на один месяц даже с вычислительными мощностями. Вот в целом такое коротенькое видео по первой распаковочке XDK 110 Cross Domain Development Kit от компании Bosch. Все это будем создавать при поддержке компании Promwatt.com.